Привет всем! Сегодня мы продолжаем проходить игру Sniper Elite 3 и начнем новую миссию. В том выпуске мы как раз закончили проходить одну из таких сложных миссий. Сейчас ну и наконец-то добрались до новой миссии. Надеюсь, он еще жив. Союзники были здесь в 41-м во время операции Компас. Поэтому у меня есть план здания. Крепость стоит на скале над морем. Взять ее штурмом невозможно. Но один солдат сможет незаметно проникнуть внутрь, если пройдет мимо прожекторов. Даже ночью здесь полно фашистских войск. Стрельба с равнины — это фактически самоубийство. А если нет, на звук выстрела сбегутся солдаты. Начинается буря. Это может сыграть мне на руку. Отлично. Мы продолжаем играть ночью, это будет очень круто. Хоть и видеоролик пообещал игре быть сложной, но посмотрим. Я так понимаю, нам нужно сюда будет пробраться. Странно. В видеоролике сказано, что начинается буря, небо ясное, падают звезды. Все красиво. Ну ладно. Так, прыгающие мины. Интересно, если тут на стрельбу собирается сползтись чуть ли не все войско, то на прыгающие мины, я думаю, так тем более все сбегутся. Так, а что это? Сюда можно как-то залезть? Сзади обойти, нет? Странно. Ладно, слезем. Но может сейчас можно будет залезть. Нет, залезть нельзя. Ну и ладно. Если убивать, то бесшумно. Ну да, ну да. Как можно лампу отключить? Только выстрелив мне, да? Ладно. Так, раз, два, еще и прожектор где-то, где непонятно. Ладно, давайте в бинокль отметим пока что врагов. Кстати, пока их вижу мало. Так, ну вон, по-моему, еще. А, отсюда его не видно. Ладно, а ну посмотрим, что там. Так, там, мне нужно попасть сюда. Прожектор, прожектор. В окнах никого. Ага, вот прожектор. Где-то слышно машину. Так. Раз, два, три. Вон еще, но его отсюда не видно. Вот так. Мы пометили офицера. Ладно, я думаю, на этом мы остановимся. Вы видите, есть трое вышки с прожекторами. Ой. Кого? Есть один. Ладно. Ну, ты его будешь обыскивать? Так. Обыскали. Нормально. Так, ворота. Пока.
ecco vantarsi di come torturino il loro prigioniero. Bastardi schifosi. Deve aver fatto veramente arrabbiare Вален. Так. И как мне бесшумно добраться до этого? Может вверх залезть? Хотя нет, меня будет заметно. Так, вот еще я вижу. Давайте его тоже отметим. Так, раз, два. Отлично. Еще рядом с ним кто-то. Их двое. Отлично. Их трое. Так, я слышу автомобиль. Отлично. Мы скрылись. Так. Обыщем. Отлично. Нужно еще отметить. Ну, стрелять, как я понял, это самоубийство, да? Давайте, наверное, сначала обследуем здесь все. И будем их убивать по очереди. Так, здесь ничего. Аптечка. Патроны. И больше ничего. Так, 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 так. Начинается буря. Так, туда можно будет пробраться. Отлично. Ой. Это плохо, что он меня заметил. Нормально. Отлично. Никто ничего не заметил. Так, нет, стоп. Едет автомобиль. Я не буду высовываться. Ну, а теперь... Раз. Ой. Два. Отлично. Все чисто. Ничего не найдено. Так, я еще хотел забраться туда. Эй, залазь. Так, наверху на заборе нет никого, как я понял. Ладно, пойдемте в обход. Я так понимаю, там можно обойти за скалами. Главное, чтобы там никого не было. Так, отлично. Ой, высоко подниматься. Но, как показывает карта, то там снайперская позиция. И здесь, по-моему, больше никого нет, и это отлично. Кто-то есть еще? Боже, их тут много.
Так. Как бы быстро сделать этих двоих? Эти два патрона — это сильно круто. С двух патронов, я думаю, я не справлюсь. Отлично. Чего? Ладно. Так, ну, снайперскую позицию мы нашли, а что нам это дает? А это нам ничего не дает, потому что стрелять-то мы все равно сейчас не можем. Гроза-то не началась. Так, я так понимаю, нам нужно отсюда слезть. И попробовать попасть куда-то. А здесь можно пробраться? Нет, здесь пробраться нельзя. Жаль. Так, нам бы еще туда попасть как-то. Вывести из строя, вывести из строя. Но это наша основная цель. А, ладно. Будем выполнять побочных. Там мне не совсем охота идти туда. Знаете что, давайте, наверное, здесь сохранюсь. Так, отлично. Чтобы, если что, то не так далеко возвращаться. Так. Здесь пока меня никто не засечет. Отлично. Замечательно. Сейчас мы уберем с пути еще одного. Отлично. И, кстати, здесь, по-моему, игральные карты. Да. И заодно обыщем тело. Отлично. Давайте теперь залезем на вышку. Минус один. Замечательно. Все супер. Так, пополним боезапас. Перезарядимся. И пойдем дальше. Так, я еще увидел одного непутевого. Ой, там еще был. Здесь еще кто-то есть? Да, еще есть. Ага, эти тоже не отмечены. Теперь отмечены. Так. Где-то здесь еще был один. Сейчас займемся им. Так, больше никого не вижу, поэтому... Чик, и готово. Так, пока я и заметил еще одного. У него есть что-то интересное. Да? Точно? Ты уверен, что у него есть что-то интересное? Ну, у него... патроны. Для нашей снайперской винтовки. Наверное. Так. Действительно, тут автомобилей куча. Так, а что там? Там наша основная цель. Ай, как же мне незаметно пробраться здесь. Так, меня пока не видят. Там их много. Так, ой, еще один.
Это плохо. Так, мне нужно попасть на вышку. На вышку и только на вышку. Мне не нравится, что ты идешь сюда. Ух ты. Я еще и не попал. А это очень плохо. Да ты где ты прячешься? Там что, стенка? Я понял. Мне нужно бегом-бегом отсюда убегать. Так, все, мне надоело. Будем их истреблять. Так. Правда, если их истреблять, то сейчас здесь будет шумно-шумно. Так, 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 так. Так, так, так. Вот эти штуки, я знаю, канистры взрываются очень сильно. Замечательно. Ты меня не видишь? А я тебя вижу. Так, все, я спалился по полной программе. Меня даже засекли снайперы. Так, здесь кто-то есть? Ты. Ой-ой-ой. Мне это не нравится. Что это было? Ты будешь сюда ползти? Привет. Отлично. Ой-ой-ой. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, быстрее слазь. Ты что слазишь, как черепаха? Вы знаете, это очень плохо. И мне нужно вылечиться. Ой. Стреляй же ж давай. Знаете, о моем присутствии знают уже все. Мне нужно быстренько куда-нибудь скрыться. Смена позиции успешна, успешно, отлично. Сейчас я все-таки залезу на снайперскую позицию и буду стрелять их отсюда. Ой-ой-ой.
А меня опять заметили. Ай, по высшим званиям меня убили. Это плохо, очень плохо. Загрузить последнее сохранение. Не зря я все-таки. Вот. Все, я исправил свою ошибку. Так. Нужно сделать еще его. Ой, ой-ой-ой. Все чисто. Все-таки классно, он меня в упор не видит, и это мне нравится. Отвернись давай. Так, спрячемся пока. Ой-ой-ой-ой-ой. Едет автомобиль, нужно спрятаться. Так, я спрятался. Ого! По-моему, их стало больше. Все-таки, да, миссия будет сложной. Знаете что, давайте заберемся-ка на ту снайперскую позицию. И оттуда уже всех перестреляем. Только сейчас я не совсем пойму, где она. Ага, я понял, где она. Только мне кажется, отсюда не сильно классный обзор. Ну, посмотрим. Так. Займем позицию. Так, там нужно будет пополнить боезапас. Так, отсюда. Вот, у нас есть возможность выключить все-таки прожектор. Ладно. Так. Там вверху. О, их двое. Знаете что? Я не упущу этот шанс. Посмотрим. Раз. А два будет? Да. Как это так получилось, что они стояли один в одном? Ладно, не суть. Ай, не успел. Сейчас было бы еще одно. Еще один эффектный выстрел. Ай-яй-яй. Это плохо, меня уже ищут. Ладно. Сменим позицию. Не вопрос. Чисто, не чисто, но позицию сменить все равно нужно. Так, стоп. Прожектор. Почему светит прожектор? Или нам вновь нужно? Ладно. Отключим прожектор. Ну... Отключайся. В чем проблема? Но он дымится. Но задание эффективно. Ладно. Не будем спорить. Хочу залезть на эту вышку.
Отлично. Cos'è stato? L'abbiamo chiuso in un angolo. Нормально все. Так, как я уже сменю позицию? Уже поздно. Ой, меня засекли. Меня опять засекли. Ладно. Так. Ага. Вновь. Я надеюсь, мы опять двоих сделаем одним выстрелом. Это будет красивый выстрел. Но нет. Так, все-таки нужно сделать еще. Ух ты, так там их еще есть. Так. Меня запалили по полной программе. Но пока что только они. Там никто. Тогда мы знаете, что сделаем? Мы сделаем так. Чтобы потом было проще туда попасть. А вот это уже плохо. Теперь мне нужно убегать. Отлично. Мы скрылись. Но меня все еще ищут. С кем он разговаривает, если он там один? Все, замечательно. Нас никто не ищет. Просто шик. Ой-ой-ой. Вот это нежданчик был. Куда они все повылазили? Она прибегала. Так, надо залезть туда. Я как понял, там тоже снайперская позиция. Ой, я переборщил. Здесь на стене что-то интересное. Отлично. Привет. Угу. Так. Интересное, неинтересное, но нам... Да, ничего не найдено. Ладно. Скоро здесь проедет итальянский полковник. Нужно поздороваться. Ага, отлично. Проезжающего мимо фронта. Знаете, дополнительное задание, это, конечно, всегда круто, но... Но не в данной ситуации, когда здесь еще защищать и зачищать территорию.
Ладно, знаете что, дорогие друзья, я, наверное, сейчас здесь присяду. Так, отлично. И следующей целью будет как раз вывести из строя еще один прожектор. Ну, а сейчас я сохранюсь. Сохраню игру. На второе сохранение. Да, перезапишем. И все. Следующее прохождение будет уже... Точнее, продолжение прохождения будет уже в следующей серии. Ну, а на этом спасибо. До скорых встреч!